Потому что современная власть ненавидит все советское, потому что они отталкиваются от советского. Они считают, что в Советском Союзе ничего не делалось, кроме чугуна и калош. И главное, они знают, что они сами изменили присяги, которые присягали, давали Советскому Союзу. Многие из них были членами КПСС, присягали защищать до последней капли крови Советский Союз. Ничего этого они не сдержали. Ни клятву коммуниста, ни клятву военнослужащего или сотрудника органов госбезопасности. И поэтому они как бы, знаете, как стесняются. Разврат как на... Как там у Пушкина, как на какую-то красу разврат косится боязливо, да, вот как бы закрывает от того, что ты сделал, неприятно думать. Поэтому закрывают, чтобы победа ассоциировалась не с Советским Союзом, а с какой-то абстрактной Россией. Я тут видел видео про власовские марши, нам рассказывали, власовцев не было трехцветных знамен. Просто все власовские там марши в Смоленске и так далее проходят в Пскове по трехцветные знамя, которые удивительным образом напоминают современное российское знамя. Вот вам и ответ, почему. Мавзолей закрывают.